сетевой дисплей для путешественников. В этом видео рассмотрим графический планшет XP Pen Artist 12 Pro. Комплектация включает планшет, подставку, пенал для пера с дополнительными наконечниками, провод 3 в одном для подключения, блок питания, перчатку, тряпочку для очистки экрана и документацию. Теперь о планшете. Для перьевых дисплеев это довольно компактная модель с габаритами 351 на 225 см при весе в 740 грамм. При желании такой планшет можно взять с собой. Недаром в комплекте идет пенал для транспортировки пера. А для домашнего использования в комплекте есть подставка с регулировкой наклона. Переходим к дисплею. Это IPS панель на 12 дюймов с разрешением Full HD. Охват цветового пространства NTSC составляет 88%. Это хороший показатель. Он означает, что экран не искажает цвета. И еще немного по характеристикам. Разрешение 5080 линий на дюйм. И чувствительность к нажатию 8192 уровня. Угол наклона пера отслеживается в пределах от 15 до 60 градусов. Сбоку от дисплея видим 8 программируемых клавиш и кольцо посередине. Его можно крутить, чтобы настроить толщину кисти или масштабировать картинку. Что касается стилуса, работает без батареек, есть одна физическая клавиша, а вот ластика на тупом конце не обнаружена. И заканчиваем на способе подключения. Планшет подключается к компьютеру посредством кабеля-разветвителя со штекерами HDMI и USB-A в количестве 2 штук. При недостатке питания один из USB-штекеров нужно подключить к сетевому блоку питания. Подведем итоги. За счет объединенного кабеля, небольших размеров и веса, этот планшет легко брать с собой. Также он подходит в качестве первого перьевого дисплея, потому что модели с большими дисплеями стоят заметно дороже.